Полицейский Дед Мороз и члены общественного совета Приморской полиции подарили первоклассникам новогоднюю сказку, напомнили о важности соблюдения правил безопасности и вручили подарки. В рамках благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции и члены общественных советов при территориальных органах внутренних дел посещают подшефные детские учреждения, а также детей, которые воспитываются в неблагополучных семьях и социально-реабилитационных центрах. Ну и, конечно, мы не забываем детей коллег, погибших при исполнении служебного долга. Новогоднее представление было организовано для учащихся первых классов школы номер 73 города Владивостока. Сегодня пришли к вам гости поздравить вас с наступающим Новым годом. И Дед Мороз у нас есть, где-то он на подъезде, но он не обычный Дед Мороз, ребятки. Он полицейский Дед Мороз, по секрету скажу вам. Затем к детям в гости пришли разбойники и Баба Яга, которые похитили Деда Мороза. Чтобы вызволить его из лап коварных персонажей, на помощь к ребятам пришел сыщик, который раскрыл коварный замысел Бабы Яги и вернул детям главный символ Нового года. Полицейский Дед Мороз был найден. Вместе со Снегурочкой он пришел поздравить ребят с наступающими праздниками. Новый год – это праздник ожидания чуда. И каждому ребенку необходимо почувствовать сказку приближающегося волшебства. Именно поэтому так важно, чтобы члены общественного совета при полиции Приморья и сотрудники органов внутренних дел смогли подарить положительные эмоции, так необходимые подрастающему поколению. Анастасия Полетаева, новости на восьмом.